всем патрулям. В районе казино возможно ограбление. Отправляю машины. Миллер, ты что, правда это делаешь? Шеф, это Тайлер. Есть минутка. Тайлер? Эй, на брезенте лежи. Если запачкаешь кровью сиденье, я богом клянусь. Привет, Тай. Прости, сейчас не время. Шеф, подожди, у меня есть план. Полгода от тебя ничего не слышно, а теперь ты первым делом что-то хочешь? Шеф, я... Тайлер, правда, я немного занята. Подтверждаю ограбление в районе казино. Машина черная Audi. Один из преступников, возможно, ранен. Машина ранее направлялась на север на Кулич-стрит. Я Адам 35, подтверждаю, веду наблюдение. Черт возьми, Тайлер, я же сказала, сейчас не время. Да, Тайлер, какого черта? Привет, Джесс. Мак? Я смотрю, Тай совсем отчаялся, раз тебя в этот путал. Нет, ты меня знаешь, я так себе хорошо. Ты начнешь рекламировать план Тайлера? Нет, я бы на твоем месте не соглашался. Он хочет пойти против Лины. Лины? Она сейчас дома. Ну вы, блин, даете. Нет, без меня. О, долго еще? Не плачь, мы почти приехали. Черт, уже? Да ты и правда мастер вождения. За это вы мне и платите. Скажи, что тебя прислала Джесс. Он тебя подлатает. Повторяю, подозреваемых видели в черной Audi. Сообщайте координаты по радио. Я Адам 35. Подозреваемый на севере Карсон-стрит. Вас поняла. Отправляю дополнительные машины. Дай мне Мака. Слушай, Джесс, план безупречный. Нам только нужна... Да, Лина и дом сразу? Дай мне Мака. Не можешь держаться, да? Тебе интересно. Этот план, насколько он безумен? Абсолютно безумен. Вагоны, трюки, безумное ограбление. Не для тебя, Волки. Лина в одиночку нас наколола 6 месяцев назад. А теперь ты хочешь сделать и ее, и весь дом? Смотри, что стало с Равом. В этот раз будет все по-другому. Мы втроем. Мы можем победить. Старая команда снова вместе, да? Возвращайся, Джесс. Давай это сделаем. Скажи ему, что я подумаю. Машина подозреваемого направляется на север в Liberty Desert. Я Адам 112, уже в пути. Диспетчер, я Адам 112. Обнаружил черную Audi. Веду погоню. Прошу подкрепления. Вас поняла. Отправляю дополнительные экипажи. Я для вас, ребята, построила эту тачку. Потанцуем? Адам 113. Прошу сообщить местонахождение. Едет на запад. Через бомбе. Вас поняла. На запад. Через бомбе. Как тебе это нравится? Удачного ремонта! Назад в гости! А13, убываем из погони. Машине конец. Принято. Объект направляется на юг по магистрали I-34 Эмбервилли. Ясно, принято. Боже мой! Диспетчер, он врезался, идем на захват. Потерял визуальный контакт. Не могу продолжать погоню. Подозреваемый протаранил мою машину.
Объект направляется на юг по кольцевой Сильверрок. Принято. Машина направляется на юг по кольцевой Сильверрок. Направляется на восток по магистрали I-620 Providence. Ясно, поняла. Я Адам 6. Объект ушел из поля зрения. Внимание всем машинам! Визуальный контакт с объектом утерян. Объект направлялся на север через Сильвер Рок. Внимание всем ведущим преследования! Визуальный контакт... Джесс, привет! Я насчет твоего глупого плана. Он не... Да. Давай встретимся. Ты где? Тупее плана я в жизни не слышал. Я от дела за такого дерьма отошел. Лучшая команда в городе всегда выдвигает гонщика на гонку. Нам нужно победить все команды Сильвер Рока, и я в деле. Макс справится с оффродом и дрифтом, а я с остальными. А что насчет дома? Они следят за всеми делами в городе. Вот тут на сцену выйдешь ты. У них будет железный план. Свяжись с преступным миром и узнай, что за план. И мы его разрушим. Значит, выиграть гонку и смотреть, как рушится дом, пока мы считаем деньги. Просто. Слава, богатство. Лина Наварро получит по заслугам. Вы, идиоты, без меня сразу убьетесь. Я с вами. Да! Раф? Ты же знаешь, что без чудо-инженера мы как без рук. Сколько ж в тебе? Раз вы так влипли, я тоже с вами. Можете пользоваться гаражом, только есть пара условий. Во-первых... Вау! Команда снова вместе! Спокойствие. У вас хоть машины есть, чудики? А я свою типа потерял. Дело было верное. Долго. Серьезно? За гаражом есть машины. Клиентов, должников. С кем я работаю? Старый добрый Бьюик GNX 87 года, круто. Mark One Golf GTI. Машина, начавшая тренд хот-хэтчей. Она и сейчас очень даже. S2000. Дань уважения Honda Roadster'ам 60-х. Чтобы увидеть, что она может, раскрути движок VTEC до 9000 оборотов. Ты же вроде только тюнишь их немного. Так, вот сейчас ты заработал себе взбучку. Как тебе разгон на точке? Неплохо. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы сохранить за тобой лидерство. Шулера или в тюрьму. Ну и что поменялось? У него были планы, но я убедил, что мои планы лучше. Вот результат. Ты знаешь, я покончил с этой жизнью. Мы неплохо позабавились, но я механик. Я тут приработался. Она нас обманула, Раф. Ты не хочешь, чтобы ее остановили? Да я бы все отдал, чтобы заглянуть под капот Феликса. Но я не хочу больше злиться. Я обрел мир. Ну, я рад за тебя, наверное. Ты ведь не поддаешься, да? Не поддавайся! Не буду. Ты же понимаешь, что Наварро это не остановит, а? Кто знает, на кого она работает, кого представляет?
все бывает в первый раз. Ну что, возвращаешься в гараж? Мастерство всегда побеждает мощность. Я должен был выиграть. Я знаю. Мальчики и девочки. Осторожней, мальчики и девочки, я тоже кусаюсь. Погнали! Прошу прощения. У нас в меню свежее мясо, мальчики и девочки. Осторожней, мальчики и девочки, я тоже кусаюсь. Надеюсь, вы готовы. Ты прав. Мне жаль. Ладно, короче, надери им там задницу за меня, ладно? Я иду первым. Круто! Так держать!
Нормально откатал свежее мясо. Глядишь, мы еще сделаем из тебя гонщика по бездорожью. Вот это, братан, лишнее. У меня прирожденный талант. Слушай, я тебя знаю. Ты из команды Безумного Рама. Он безумен только в плане работы с мотором. Это он тебе так сказал? Подъезжай как-нибудь к гелиостанции. Докажи мне, что это не просто везение. Это ваш куратор. По улицам ходят слухи о больших возможностях и опасностях. 2 ночи назад неизвестный гонщик занял 1-е место в гонке в Бумвилле. Говорят, что кое-кто и кто ждал иного итога. И местный гонщик по кличке Король Змей закончил ту ночь в больнице. Победитель, улицы говорят тебе, езжай свободно и гордо. И следи за слепыми зонами. Черт! Эти ребята шутить не любят. Летишь по шоссе под 100 миль в час. Каждое решение — выбор между жизнью и смертью. Я Ла Катрина, а это ночная смена. Ты тот самый гринго, что хочет с нами погонять? Погонять, победить, считай одно и то же. Я Тайлер Морган. Морган, значит? Впервые слышу. А ты попробуй нас догнать. Догоню и перегоню. Погнали! Пора танцевать со смертью. Я смогу! До встречи! Плюс талант. Ну нет. Ни одного из вас не пропущу. Неплохо, Гуэро.
Стой, Морган, я слышала о тебе. Тебя несколько месяцев назад вроде убрали. Это было тогда. А сейчас что, амиго? Сперва твоих людей обгоню, потом тебя. Ну, прости, приятель, против меня у тебя шансов нет. Это мы посмотрим. Амиго. Прошлый раз легко получилось. Орале! У вас, ребята, нет шанса! Попробуйте теперь.
нет лидерства. В следующий раз выиграю. Амиго. В прошлый раз легко получилось. Орале! Пора побеждать! Извиняться не буду! Я снова победил, Ла Катрина! Говорили, что ты сдал, Морган. Такой кураж — это приятный сюрприз. Сможешь дальше так же гнать? Спроси у Лины Наварро. Вообще, мало кому удавалось так ее достать, как тебе. Что ты сделал-то? Лина решила, что может устраивать Фортуна Вэлли подставные гонки. Я ее обломал. Морган думает, он типа снова в деле. Давайте зароем его самоуверенность поглубже.
Ну давай попробуй. Минус еще один. Ничтожество. Уступи место. Yeah.